Здравствуйте, мои дорогие друзья. Хочу поговорить с вами вот о способностях, об открытии, наверное, неких способностей. Ну и для вашего развития, и для помощи, допустим, даже своим близким в каком-то, может быть, плане исцеления от каких-то болезней, избавления от каких-то болей. Вот, может быть, даже помощь каким-то другим людям, кому это потребуется. Каким образом, дорогие мои? Ну вот, знаете, ну, наверное, просто вопрос видения, даже именно вот как бы вашими глазами посмотрели, ну, как бы вот как я делаю, вот мой личный опыт. То есть посмотрели на человека, просто вот как бы, да, просканировали его, и где, допустим, на человеке вы почувствовали, где тепло, а возможно где-то вот именно, знаете, глазами почувствовать как бы холодное какое-то место. Да, вот, ну вот как бы вот так. Если можете, допустим, рукой даже вот близко к телу человека опять так же рукой провести и почувствовать именно где тепло, а где холод. Вот, ну вот как бы здесь отключается разум, и вы находитесь, ну, в таком, может быть, в неком немножко даже не то что измененном состоянии, а вот именно в таком состоянии безмыслия. То есть вот здесь вот работает как бы ваше видение и ваша душа. То есть, ну вот, как-то вот так. Ну, допустим, как я делаю? Ну, рукой, да, допустим, можно собрать вот как бы весь какой-то такой вот негатив и ваше намерение, что вы хотите, куда вы отправить вот как бы вот этот негатив, да, и можете просто как бы снять с человека и куда-то отправить. Ну, можете как бы в землю. Да, земля, матушка, она примет любую энергию, переработает и пошлет, допустим, уже в качестве благоприятной какой-то созидающей энергии. То есть, либо, знаете, глазами, можете даже с закрытыми глазами, то есть, вот закрыли глаза и вот перед вами, ну, вот как бы образ человека. Можете даже на расстоянии, да, на каком-то, прямо на удаленном, просто вот представили и посмотрели, ну, где какие цвета вот на этом человеке присутствуют. Ну, если как бы этот человек будет близко, ну, вот, да, перед вами вы будете с ним работать, то опять также можете закрыть глаза и посмотреть, возможно, где-то есть какая-то чернота, какие-то черные пятна, какие-то, может быть. То есть вот именно так. Ну, для каждого, наверное, дорогие, это индивидуально. Вот я вам рассказываю просто свой опыт. Вот. Ну, вот у меня именно происходит так. И здесь главное не сомневаться, потому что любое сомнение ваше, оно, ну, как бы вредит и вам, и тому человеку, с кем вы работаете. Именно здесь доверие своей душе, доверять своей интуиции, и все тогда у вас получится. Вот, дорогие мои, счастья и радости вам, и здравия душевного и телесного.